Хочу представить вашему вниманию чудесную картину одного известного художника. Многие люди, проходя мимо нее, задумываются, что же здесь нарисовано. Я хочу вам все рассказать и показать. Картина называется «Пожар в лесу». Это змейка. Это тоже змейка. И это змейка. Это свернутая змейка. Все остальное красное – это пожар. Это деревце. Что делают змейки в огне? Они там плачут. Какая жизнерадостная картина. Как хорошо, что она именно у нас в номере висит. Голубой.